Здравствуйте, ребята! Сегодня я вас приглашаю на мастер-класс по объемному моделированию. Сделаем мы сегодня проход. Итак, приступим к работе. Для работы нам понадобится клей, ножницы, кисточка, втулки от бумажных полотенец, цветной картон и гуашь. Основание нашего парохода будет цветной картон. Складываем пополам. Теперь один краешек нам надо согнуть вовнутрь. То же самое делаем с противоположной стороны. Далее мы берем ножницы и обрезаем уголочки. Теперь вырезаем полуовал. Корпус парохода у нас готов. Берем втулки от полотенец, берем гуашь синего цвета и наносим на всю поверхность втулки. Берем гуашь красного цвета, макаем в нее кисточку и рисуем две полосочки. Берем плотный лист бумаги белого цвета и измеряем дно. Берем линейку, чертим линию. Берем ножницы и вырезаем. Далее берем клей, работаем на клееночке. Вот что у нас должно получиться. Далее наши втулки нужно приклеить к основанию. Берем клей. Вот что у нас с вами получилось. Такой вот пароход. Я надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо, до новых встреч!